В Калмыкии борются с опустыниванием. Не секрет, что в нашем регионе одна из самых больших по площади пустынь в Европе. На недавнем международном экономическом форуме Владимир Путин выразил озабоченность рисками в сфере экологии в России, включая опустынивание. Калмыкия, как и вся страна, заинтересована в системном и долгосрочном решении этой экологической проблемы, отметил глава региона Бату Хасиков. В нашей стране уже накоплен большой опыт борьбы с опустыниванием. Значительный вклад в разработку этих вопросов внесла и Калмыкия. Большая часть научно-экспериментальных разработок и опытных работ еще со второй половины прошлого века проводится у нас. Работу в этом направлении и сегодня продолжает находящееся в республике Управление по восстановлению черных земель и кизлярских пастбищ, а также научные учреждения нашего региона. Бороться с засухой и повышать плодородие почв нам помогает развитие мелиоративного комплекса. Только в прошлом году мы ввели 10 дождевальных машин на площади почти в 1000 гектаров, лиманов более 3500 и капельного орошения 70 гектаров. В республике работают 4 питомника, где выращиваются семена аридных культур, что позволит ежегодно закреплять пески на площади не менее 15 тысяч гектаров. Большое значение также имеют мероприятия по плановому увеличению лесистости более чем в 3 раза. Климатические особенности нашей республики, накопленный опыт борьбы с пустыней, наличие у нас специализированных организаций – все это является очень хорошим обоснованием для организации именно в Калмыкии Центра по борьбе с опустыниванием, создать который поручил председатель правительства России Михаил Мишустин. Центр должен обеспечить системное и конкретное решение проблемы опустынивания как в Калмыкии и соседних регионах, так и в масштабах всей нашей страны, заключил Бату Хасиков.